Поздравляю с победой. Знаю, что как для вас, так и для соперника этот формат был не новый. В сентябре встречались также в формате 7-7. Тогда проиграли 2-3. И в чем ключевое отличие было сегодня от того матча? Ну, я думаю, что прежде всего мы учли свои ошибки. И побольше порядка стало, потому что как раз в сентябре для нас был формат новый, а для Young Stars он уже тогда был не новый. Так что сейчас мы более-менее на равных вышли. И ну, вот я думаю, что в этом ключевое отличие. Ну, сегодня достаточно глубоко в обороне сидели, при этом в контратаке также вырывались. План сработал сегодня на 100%, как считаешь? Я думаю, в принципе, да. Ну, есть, конечно, над чем работать, и с парнями разберем, посмотрим. Конечно, всегда есть что улучшать, но в целом такая общая канва игры, так как мы планировали, да. Первая победа, и при этом же в первом матче на турнире. Какие у команды амбиции? Возможно, что на золото, конечно, команда не рассчитывает, но, может быть, какие-то другие цели преследуют? Да, цели просто сыграть в хорошем турнире, поиграть с хорошим соперником. И сегодня мы уже играли с хорошим соперником. И я думаю, что это основная цель на таких турнирах, тем более у нас команда довольно молодая. Я думаю, что это в любом случае хороший опыт для нас. Вот такая вот сухая победа, она, на твой взгляд, закономерна? То есть соперник создавал, конечно, моменты, но они были, по-моему, не такими острыми. Ну да, мне тоже кажется, что мы просто изолировали ключевые зоны и как бы делали так, чтобы удары наносились либо в блокшоты, либо ну, с неопасных зон. И я думаю, что... Ну, конечно, соперник в любом случае не играл на гол. То есть такая игра открытая, особенно второй тайм был. Так что нам где-то, может, повезло. Очень здорово сыграл вратарь. Но в целом мог бы счет там и то-то больше могли пробить. Спасибо.